Друзья, всем привет! Доброе утро! Сегодня 14 октября. Вот такая погода прекрасная. Сейчас посмотрим, что насчет грибов. Я сегодня не сам, а со своей половинкой. Привет! Слушай, смотри, прям, глянь, какой этот туман. Смотри. Привет, скажи. Привет. Туман прям каплями ощущается. Я ехал, даже дворники включал. Посмотрите, первый в этом году я нашел. Вот он, совсем маленький. Вот еще. Ну, я их не буду брать, понятно. Но это уже радость. А говорили, нету у нас маслят пока. Вот вам, пожалуйста, красоты немножко. Кать, вот, рядышком, совсем свеженький. О, та, этот как новенький. Так, первенец наш. Вот. Целый выводок бледных поганочек. Найдите 10 отличий. Красота! Прям тарелка. С этой стороны тоже. С этой стороны, смотри, такой же. Такой прям огромный. Ну-ка. Смотри. Ну, чуть поменьше. Да. Класс. Берем. Нет. Так. Вот он. Видно, что они только-только вот полезли. Еще совсем свеженькие. О, вот рядышком. О. Друзья. Я не пойму, что здесь творится. Но вот это явление очень странное. Маслятки, выкорчеванные свежаки, лежат ножками вверх. Вот рядом есть хорошие. Почему так? Может, зверь какой-то их тут попереворачивал. Катюш, собирай. Не стесняйся. Может, я здесь по опушечке пройду. Вот и я нашел еще одного приятненького. Мы зашли на такое местечко. Я не нашла, а не ты. Катя нашла два. Наконец-то. Вот таких вот масленочка красивых. А у меня вообще модельные внешности. Ой, сейчас покажу. Да, вот он. Издалека его видно. Красавец. Ну-ка. Оп. Слегка. Ножка. О, да и у меня хороший. А рядышком ничего нету. Так. И тяжелые. Тяжелые? А у меня чуть-чуть.
На этом месте в прошлом году было много белых. Ну, надо же аккуратнее, Катюш, ты что? Дать ножичек? Давай мне мой. Он же наточенный очень серьезно. А этот масло мазать? Это для меня. Немного крови, да? Отличное местечко для сбора масляточек. Оп. Оп. Вот так вот торчит из мха. Чувствую, сегодня мы масляточек поднарубаем. Да такой вот хороший именно, приятного размера. И не лапоть, и не пупырышек, а нечто среднее. Вон еще красавчики. Свежачочки наши, как я вас ждал. Думал, в этом году мы уже и не увидимся. Но вы меня не бросили. Видишь? Итак, следующим этапом нашей грибалки будет проверка моего болотца. Это кадры для любителей горькуш. На болотце сыро и хорошо. А Катюша, следуя лесной моде, купила себе вот такие вот обрубочки. Как кажуть, выкинуть и гроші. И у нее уже мокрые ножки. Только что видел его. Ага, нашел опять. Включил камеру и потерял. Ну вы сами можете убедиться, его не видно. Не видно. Пока. Ой, вон он. Не приблизишься. Так. Вот он. Ну что, Катюш, красивый? Так. Сейчас посмотрим. Беленький. Беленький. Беленький, приятненький. Красивенький, чуть-чуть погрыженненький. Ну тут такое. В нашу корзинку. Настолько густой туман был, даже слышно, как капает водичка с листиков. А вот еще огрызочек. Огрызочек. Ну я вот прям не знаю, брать такое или не брать. Как вы считаете? Возьму, Катя, покажу. Ты решил вплавь? Я решил пройти по местам, где никто не ходит. Мне кажется, там и грибов нет. Ты что, может и есть. Ага, конечно. Ну, сейчас это проверим. Ну, там дальше глубже, наверное. Ну, мне так страшно, не ходи туда. Мне тоже страшно. Грибалка требует жертв. И вот. Это все было не зря. Потому как тут вот такая вот красота.
Вот она. Да, смотри какой. Там можно было, да, обойти по сухому. Очень реденько попадаются, но попадаются все же. Все потому что я видел в Фейсбуке у одной особы ролики с до боли знакомыми местами и с до боли полными корзинами. Кать, да. Я тут подберезовички вижу. Вот один подберезовичек совсем белый, как альбиносик. Такой вот приятненький. Так, и два подберезовичка коричневеньких. И вон третий. О! А вот четвертый. Вот такая вот кучка. О! А вот пятый. Катюш, что-то нашла, да? Я лезу через вот такие вот бревна, я не знаю, упавшее дерево. Лезла. И вот что нашла. О! Мы тут подошли. И Катя, что попало, начала рубить. Нашли тут парочку подберезовичков, и я там узрел вообще такой экземпляр. Крутой. Так. Вот он. Крутейший. А его тут не нашли, потому как он так хорошо прячется. Да, отсюда вот машина отъезжала, я слышал. Вот. Класс. Вот он какой классненький. Вон еще. Тоже классненький. А вот. Классный. Утка, да? И меня напугало. Еще и ругается. Кря-кря. А тем временем тут вот еще один нашелся. О! Кать, как я мог пропустить? Тут таких два. Я же говорю, как они прячутся, вообще класс. Вот. Вот. Два вот таких братана. Чуть не пошел дальше. Тоже чистенькие, хорошие. Вот это гуру маскировки. Я-то тут пролез. Сейчас покажу. Я ж тут-то был-то. Какой красавец. А? Кать. Так, значит, я перелазила через вот это вот дерево. Смотрите. И такая. Оп. А тут вот такое. Тут вот такое вот. Смотрите.
Вот. И вот. Только уже половинка. Так, может тут еще есть? Нет. Ничего нет. Тоже чистячочек. Отличненький грибочек. Вот местяк попался классный. Катя! Да. Знаешь, что самое каверзное в грибалке? Когда ты пройдешь, а следом за тобой собирают таких красавцев. О. Хорошо, хоть ты на него не наступила, Катюш. Так, может, я там не шла. А, ну может, ладно. А? Может, может, хорошо, хорошо. Он еще и чистенький. Это я уже тебе соль на рану. Наконец-таки, наконец-таки. Катюш, еще каверзней, когда тут еще и красноголовика ты найдешь. Вернее, я найду после тебя. Вот он какой. Такой большой. Чистенький. В травушке. Муравушке. Катюш, нашел такого красавца. Ты сейчас в обморок упадешь. На толстой ножке. Все как ты любишь. Только он не вылазит что-то. О! Так. Катюш, еще. Правда, очень труднодоступный грибочек. Я прям не знаю, как туда. Как туда пролезть? Вот он. О! Фух. Вот такой вот. Ну что ж, идем дальше. По следам Катюши. Она нам приносит удачу. Катя там, по-моему, нашла грибок какой-то. Но это моя вина, надо быстрее ее подгонять. Я тут кое-что видела. Смотрите, грибочек, а вокруг него куча мошек летает. Что-то они его облюбовали. Что там, много? Нет, один. Я нашел один, красавчик. Вот он. Ну как красавчик? Слегка по... Как правильно, Кать? Погрызанный или погрыженный? Слегка. Ну а в целом-то он крут, смотри. Я все-таки следую за Катюшей. И это приносит свои плоды. Это приносит свои плоды. Смотри, Катя. Я просто хочу тебе показать эту красоту. Посмотри, вот. Как тебе? Супер. А посмотрите, друзья, поставил корзину рядышком. А тут вот такие вот пупыри. Вот. Хорошие. Тут же рядышком, пожалуйста.
какую-то у нас, похожую на подберезовичек. Это он и есть, старый. Ух ты, я еще не видел таких выеденных. Одна кожа осталась. А ну, любимая, хвастайся. Ну все, хорошо. Я тебе просто хочу сказать спасибо. Смотри, все мокрое. Ну да. Да я тоже там на коленях лазил. Ой, мокрые. Он прошел. Он прошел. Не только он за мной забирает, но и я за ним. И смотрите, что нашла. Только как туда залезть? Смотрите, какие. О, это просто гиганты. Гигант. Ой, кому-то я тут ногу оторвал. Сейчас. Он уже походу немножко постарел. Так, смотрите, вот такой вот. Но он уже, конечно, да, не очень. Вот его нога. И вот еще один такой вот. А тем временем я нашел тут вот такой вот пупырышек. Подосиновичный. Гиганты. Гигант. Так что мне возвращаться? Так. Вижу вот такой толстячок. Такой бочоночек. Смотри, Кать. Ух ты, ага. Хороший. Да, и мне нравится. Катюш. А. Вот чем хорошо за тобой идти. Да ладно, я шучу. Посмотрите, друзья, это же настоящее сокровище. Да. Смотрите. Катюш. А хочешь еще приколю? Сейчас. Оп. Я просто увидел еще одного. А, он тут не один. Он тут с друзьями. А их так плохо видно было. Какая красота. Вот прям под этими сваленными ветками росли. Красавчики. Вот наше болотце. Смотри какой. Опять? Да, на что похож? А хочешь расскажу один научный факт? Короче, на севере живет же много разных народов, такие как эскимосы, чукчи, ханты, манси, ненцы. Так вот, в тех местах тоже ж много грибов разных растет. Но вот эти народы их в пищу не употребляют. Ну как, не употребляли. Во всяком случае, в начале 20 века туда отправлялись экспедиции, в составе которых там русские ученые были, антропологи. Вот. Это я недавно в интернете вычитал. Так вот, у народа манси, по-моему, или ханты, в общем-то, есть легенда, что якобы раньше у мужчин половых членов не было.
И женщины ходили в лес удовлетворять свои потребности. Вот. Так вот однажды одна особа так увлеклась, что потом не смогла его извлечь. Ну и попросили они мужчину. Ну, мужчина сильней, извлек. Вот, его ж давай угощать разной едой. Вот, он же обеими руками. Нет, он стал обеими руками брать еду. А гриб не положил, а между ног зажал. И тут к нему прирос. Женщинам это понравилось. И они взяли его в мужья. А лесные грибы, ну там говорится, члены захерели. И просто стали грибами. Короче говоря, у них не принято грибы кушать. Чукчи тоже не едят грибов. Они считают это оленьей едой. А эскимосы вообще называют грибы чертовые уши. Считают гнилой едой, а их происхождение связывают с экскрементами. Чукчи едят только мухоморы. Ну, в качестве, чтобы отдохнуть. Так вот, однажды экспедиция с студентами, представителями северных народов, отправилась экспедиция с ними, и там приготовили грибы в сметане. Накормили этих ребят, и у них началась рвота. Ну, все признаки отравления. Ну, и потом уже ученые доказали, что отсутствуют у них такие ферменты. Ферменты, чтобы перерабатывать грибной белок. И у них все, весь организм направлен на то, чтобы перерабатывать именно вот эту вот пищу животного происхождения. Сейчас покажу кое-что. Вот это, наверное, с таким грибом связывали северные народы мужчин. Посмотри, какая. А какая нога. Классный, да? Угу. Какие-то они все покусаны. Ну, так, чтоб... Мед, да еще и ложкой. Катюш, как успехи? Нашла? Засмотрелась я, значит, на вот такие вот косички. И не увидела вот такого вот грибочка. Красавчик маленький. Оп. Смотрите, какой красивый, молодой. А я тут что нашел, сейчас покажу. Тоже красивое такое. Вот в этом, как сказать, пучке травы. Такая вот красивая шляпка. Это у нас подберезовичек. Он прекрасен и чист. А подберезовички, парни компанейские, потому они не любят по одному расти. Вот еще какой. Я должна была его найти. Да. Бегом, тут я, не дай бог. Ну иди, найдешь его, не найдешь. Вот тут есть два грибочка. Один розовенький, другой красненький. Найдешь? Ну, конечно. Ну, бери. А что, розовенький я не буду брать. Так бери красненький, если ты его видишь. Ого. О. Крепкий, да? Да, смотри, какой он. Ё-моё. Богатырь. Тут бугорочек прикольненький, и он что-то красненько выглядывает. А это значит,
что тут. Подосинович. Виктор Фриц на барабане. Да. Пойдем вот еще крайнее заглянем. О, вот тут прям на открытой местности. Свеженький подберезовичек. Вот рядышком прошел еще такой. Таких двух. А, их тут. Да, их тут двое. Смотри, Кать. Один такой вот. Один покрупней. Видишь, их тут плохо видно. Листья такого же цвета, как их шляпки. Что? Ты поняла, что я нашел тут что-то? Я нашел негритосика. Болотного. Такого прям. Подберезовичка. Коричневого-коричневого. Манюсенького. Ну как манюсенький? С палец. С большой. Почему-то его нет. 11:30. А туман опять как будто опустился. Вот вроде бы немножко оно было. Уже развидневалось, да? Угу. Вот опять. Просто с этой стороны. А? Может, это просто с этой стороны? Да нет, это затянуло все. Вот смотри, как он опустился и все окутал. Катя, я не знаю, в какую сторону нам идти. Очень смешно. Куда? Так я и правда не знаю, куда нам. Лес молчит, он просто тихо говорит, видите? Нужно прислушиваться. А ну-ка, и Катюшина. У Катюши тяжелее, потому что у нее ножик толще. Неправда, дело не в ножках, а дело в объемах. У тебя мелочь. Да я не за ножки, я за ножик. Тяжелый. Ты рад? Я рад, доволен. И... Все, с таким настроением хорошим идем домой. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментарии. Оставляйте.